OB при вершине равнобедренного треугольника равен 120 градусов. Пустили внутрь треугольника два луча под углом 60 градусов друг к другу, которые, отразившись от основания АС, по закону угол падения равен углу отражения, попали на боковые стороны. В результате исходный треугольник разделился на 5 меньших треугольников. Рассмотрим те три из них, которые примыкают к стороне АС. Докажите, что площадь среднего треугольника равна сумме площадей крайних. Отразим точку B относительно основания. Получился ромб. Получился ромб. Здесь 120 градусов, здесь 60. Значит, чтобы доказать, что вот сумма этих площадей равна сумме вот этих площадей. Равна площади. Не сумме, а просто площади. Да, площади вот этого треугольника. Нужно доказать, что половина ромба, то есть площадь вот этого нижнего треугольника, равна вот этому четырехугольнику. Не понимаю, почему. Потому что тогда вот этот треугольник, он состоит из вот этого четырехугольника и вот этих двух треугольников. Это скорее пятиугольник. Пятиугольник состоит... Ну, вот этот треугольник, он состоит из вот этих вот S2 и S1. Если можно, напишите туда, соответственно, S1 и S2. Потому что это правда. И вот этого пятиугольника. А вот этот четырехугольник состоит из вот этого треугольника, у которого площадь S, и этого же пятиугольника. А, понятно. Значит, действительно, надо доказывать равенство площади нижнего такого треугольника, AC, B', и того вот не обозначили, вот две точки. A', B, C', да, A', B, C', B', да, вот так. Все правильно, дальше. Значит, ну, это ромб, значит, вот этот треугольник А, Б, С, это половина всего ромба. Да, конечно. Значит, нам нужно доказать, что вот этот четырехугольник А, Б, С, Б, это тоже половина площади всего ромба. Вот эти вот два треугольника, на которые мы разделили это линии ромб, равносторонние. Равносторонние, да. Потому что здесь 60 градусов. И здесь тоже по 60, потому что здесь 120 превышение да. у нас было. Значит, пусть этот угол альфа. Тогда здесь... Правда, мы написали букву гамма, а не альфа. Ну ничего. Тогда здесь 60 минус альфа. Да. Тогда... Ну следующий угол это тоже альфа. Вот этот альфа, а этот 60 минус альфа. Да, ну и вообще, есть поворот вокруг точки B на 60 градусов. Что при нем происходит? Треугольник АББ' поворачивается, если против часовой стрелки, в треугольник B'BC, правильно? Да. Ну и, соответственно, отрезок А'Б поворачивается в отрезок BC'. Согласен. То есть вот этот вот треугольник? Да, 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 да. Конкурентен треугольнику BB'C'. Да. Потому что, ну, равносторонний треугольник был, значит, по стороне двум углам. И соответственно, логично, да. Вот этот равен вот этому. Ну, это и значит, все, значит, что... половина. Да. Отлично.